Нефтяную битную площадью 10 тысяч квадратных метров обнаружили в акватории Бухтарминского водохранилища на востоке Казахстана. На месте ЧП работают экологические инспекторы региона. По предварительным версиям, самый крупный искусственный водоем страны загрязнен топливом отводного транспорта. Вблизи расположены причалы для крупногабаритных судов. Для оперативного расследования инцидента в регионе создана рабочая группа из правоохранительных и природоохранных служб. Идет опрос местного населения, владельцев баз отдыха. Взяты лабораторные пробы воды. Результаты анализа в департаменте экологии обещают в ближайшее время. Однако факт техногенной аварии специалисты исключают. Мы опросили местных жителей, кто что видел. Да? Есть, кто-то говорит, что были, ну, плавали баржи, были моменты такие. Может быть, кто-то говорит, что ранее затонувшее судно было, может, от него что-то всплыло. Ну, много версий. Но мы понимаем, что это не связано с каким-либо предприятием, потому что там предприятий как таковых нету.